На питание. Свитер тебе надо, не то простынешь. Остальное на книжку. Сапоги еще маме. Старые прохудились. Ничего, починим, проходит. Неудобно. Она же для нас ничего не жалеет. И мы не жалеем. Мы экономим. Ну ладно, куплю в комиссионке. Войдите, открыто. Привет, ребят. Здорово. Дело у меня к вам. Выручайте сотни до зарплаты. Совсем зашился с этим палаццо. Прям бездонная бочка какая-то. С удовольствием. Ну, у нас, к сожалению, все деньги на срочном вкладе. Ну, что ж делать? Извините. Зачем ты так? Серёж, мы каждую копейку считаем. А не то Ольке куклу, то Кольке самокат. Ну так дети же. Обеспечься, а потом заводи, я так считаю. Считай. А дружбу не ломай. Понятно?